Сокос. Ты мог остановить меня 15 лет назад, а ты отдал мне корабль. Сэр, вижу, это сволочь! Иду за ним! А ну стой! Прекратить огонь! Повредишь контур теплоносителя, тут все рванет к чертовой бабушке! Только в рукопашную! Выполнять! С удовольствием, сэр! Неплохо. Мы стабилизировали давление в ядре в этом стипендии и включили охлаждение. ИИ отключен. Задействован режим пилотирования. Адмирал, Маккаллан заперся в отсеке активной зоны реактора. Через пару минут окочурится, оттуда радиация так и прет. Забирай корабли и уноси отсюда ноги. И все. Проклятие, Спайглаз! Какого черта ты тут устроил? Всем крупным кораблям включаю автоклон. Принудительный прыжок на минимум.
максимальное безопасное расстояние. Маркус, 15 лет назад на борту Одиссе... Они пойдут за тобой, Маркус. Веди их. Они могут простить человека из АМС, как меня. Он и правда верит, что может убедить вас, сэр. Теперь дело за тобой, мой друг. Возьми корабль. Сегодня на фронтире узел АМС у Диметры был атакован повстанцами из ополчения. Подробности пока неизвестны, но, похоже, топливозаправочным станциям был нанесен значительный урон. Сообщается многочисленные... Они отрезали нас от срединных систем. Мы застряли на задворках фронтира, сэр. Это так. Местонахождение некоторых высших офицеров, принимавших участие в конфликте, в том числе вице-адмирала Грейвса, в настоящее время неизвестно. Силы ополчения используют сторонние удаленные терминалы в попытке уничтожить линии производства спящим риску постоянное подключение, и мы сможем задействовать готовых спектров сертификации позиции. Как только мы получим полный контроль, все спектры со сборочного конвейера активируются, и террористам будет некуда бежать. Это мясорубка 2-1. Вижу наших спектров. Похоже, они разбираются с вражеским титаном. Нам нужно активировать готовых спектров. Но террористы взломали нашу главную систему. Захватите терминалы. Предупреждение. Обнаружено 3 сторонних сетевых терминала. Профиль оборудования. Ополчение тип 4. Оповещаю службу безопасности и останавливаю производство. Пункт нейтрализован. Отключаю всех спектров около терминала. Пилот, Титан будет готов через 2 минуты. Пилот, ты приближаешься к Браво. Остерегайся противников. Командир близ. Пилот, Титан будет готов через 15 секунд. Титан готов к высадке. Жду вас. Я активирую всех вражеских спектров вблизи терминала. Передаю управление пилоту. Пилот, ты приближаешься к Чарли.
Выдвигайте противников. Что делает командующий? Научно-исследовательский отдел Ротикс. Этот пункт под контролем. Противник поблизости. Удерживай позицию и обороняй опорный пункт. Внимание, повышен значительный урон. Эй, fucking idiots, fucking asshole. Go home. Лекцию о верности?
Для тебя сменить форму так же легко, как и носки. В конечном итоге мы возьмем верх над безликими машинами и людьми, которые подобно тебе сражаются за деньги. Да, я сражусь с тобой даром, Крейс. Надеюсь, что мы скоро встретимся. Войскам АМС. Это ваш вице-адмирал. Меня зовут Спайглас. Уничтожение узла Диметра и потеря завода по производству роботов вынудили нас перейти к обороне. И хотя подкрепления из срединных систем не могут сейчас до нас добраться, анализ показывает, что мы еще являемся значимой силой. Наши гарнизоны по-прежнему поддерживают порядок на фронтире. Пока мы ослаблены, мы будем осторожны. Мы адаптируемся, и мы одержим верх.
топливо — это жизнь, и флот ополчения ее почти лишился. Лишь 7 планет в системе Юмы способны пополнить запасы флота таких размеров. Это одна из них. Мы установили турели, подобные этой, на случай, если ополчение решит нанести сюда визит. Там Чарли, а это Браво. Браво, доложите обстановку. Турель в порядке и функционирует. Зулу-3 засек множественные сигнатуры прыжка в 3 километрах отсюда. Близ, передай Риксу, чтобы он быстро подготовил отряд. Сэр, наши войска в пункте сбора Альфа. Сегодня вам выпал шанс принести на фронтир мир. Воспользуйтесь им. Пилота, пункты Альфа, Браво и Чарли, остальные за мной. Нужно захватить опорные пункты и нейтрализовать всех противников. Пилот, захвати пункты Альфа, Браво и Чарли, чтобы мои ребята получили доступ к системе. Удачи. Пилот, Титан будет готов через 2 минуты. Мы потеряли Браво! Внимание! Ты рядом с пунктом Альфа. Связь с картой. Титан будет готов через 60 секунд. Исаак-1 атакует вражеского пилота. Мы взяли Альфу, но мне нужен доступ к Браво и Чарли, чтобы задействовать против противоглаза все турели. Пилот, Титан будет готов через 15 секунд. Отрядом. Работают турели Чарли. Красноглазка несет огромный урон. Браво, подвергся атаке.
рядом. Работают турели Браво. Ведем обстрел с Красноглазки. Отключение завершено на 25%. Прочность корпуса Красноглазки составляет уже 50%. Мы отключили топливные насосы этого опорного пункта. Активация завершена на 50%. Так точно! Давай поживее! Погиб пилот! Мы потеряли Чарли! Повторяю! Погиб пилот! Всем отрядам. Работают турели Браво. Ведем обстрел Красноглазки. ИИ отключен. Задействован режим пилотирования. Опорный пункт Альфа подвергся атаке. Доберись до него и останови их. Пилот выходит. Задействован. Проверяю режим охраны. Мы потеряли пункт Альфа. У меня не... Автотитан атакует вражеского титана. Всем отрядам. Бой идет напряженный, даже слишком. Вы там поднажмите. Автотитан атакует пилота противника. Мы отлично справляемся, пилот. Завершено на 25%. Внимание. Отключение завершено на 75%. Активация завершена на 50%. Всем отрядам. Турельные системы функционируют. Ведем обстрел Красноглазки. Удерживайте контроль над пунктами. Новый седан готов к запуску. Жду вас. Команда подтверждена. Ожидайте высадки Титана. Мы теряем Чарли! Всем отрядам. Работают турели Браво. Ведем обстрел в Красноглазку. Мы теряем Альфу! Пункт Чарли потерян. Всем отрядам немедленно вернуть контроль над Чарли. Отлично! Прочность корпуса Красноглазки составляет 25%. Прикончим ее, а? Рекомендую восстановиться. Титан Радал летит. Вражеский пилот катапультировался. Браво, подвергся атаке. Турели отключены. Обеспечьте доступ к опорному пункту. Живо! Всем оставшимся отрядам. У ополчения есть перевес. Нужно сводить часть лесов.
Чтобы я этого дожидался? Я хочу, чтобы этот флот нашли. Рейд, отбой. Ожидает ваш корабль в пункте эвакуации. Объявляю о начале эвакуации. Сэр, мы не нашли ополченцев, лишь горстку гражданских. Так точно, продолжать искать. Я в восторге от того, как убивают спектры. Автоматизированная пехота — это будущее, но уничтожать гражданских — не проверка. Сэр, похоже, это корабли ополчения. Они высаживают наземные войска в северной части поселения. Вот это реальная угроза. Задействовать еще 3 отряда спектров. Активируйте и других спектров. С востока к нам приближаются пилоты ополчения. Отделение Чарли все еще разбирается с колонистами. Ну так надо сказать этим ублюдкам, что у нас тут есть дела поважнее. Так точно. Внимание, пилоты! Устроим новым спектром проверку. Это битва на истребление. Убейте всех ополченцев в этой зоне. Удачи! Вице-адмирал.
ожидайте высадки Титана. Управление пилоту.
Титан готов. Жду вашего сигнала. Сэр, мне неизвестен такой метод шифрования сигнала. Потребуется еще время, чтобы вычислить местонахождение его источника. Близко, если потребуется, переверни всю колонию вверх дном. А это кто? Его зовут Джеймс Маккаллан, бывший командир АМС. Разыскивается за мятеж. Найди его. Внимание! У нас преимущество над террористами ополчения. Отлично, продолжайте в том же духе. Пилоты, ополченцы разбиты. Не дайте им уйти. Я дешифрую радиоперехват. Если здесь есть террористы, мы их найдем. Вице-адмирал Грейс, я определил источник сигнала. Мы не хотели вашей войны, так вы принесли ее в наш дом. Устроили резню мирных жителей. Макало. Спайглаз, установи связь. Открыть, не стоило объявляться, Макал.
нужно время, чтобы живые успели бежать. Миш, я передам тебе кое-какие данные с Одиссея. Иду внутрь. Жди меня. Так, ребятки, это будет бойное истребление. Следите, чтобы АМС не добрались до Макалона и постарайтесь выиграть время для выживших. Пошли. Теперь этот Макалон командует. Он лучше нас знает эти места, Сара. Он же из АМС. Не доверяю я ему и тебе не советую. Может, но наша тактика отстой, а он повидал битв больше, чем мы все вместе взяты. Не волнуйся, я за ним прибежу. Отбой. Союзный тиран.
машины уже почти убрались с холмов по круге. Осталось еще чуть-чуть. Сдерживай АМС, пилот. Окей. Отключен. Активирован режим пилотирования. Авиаподдержка больше, чем весь флот ополчения. Ты половины всей правды не знаешь. Знаем половину? Мы с ними каждый день бились, пока ты прятался. Поверь мне, я больше не прячусь. Пилот катапультировался. Пилот, эвакуация людей Макаллана идет по плану. Продолжай в том же духе и не пускай сюда АМС. Щита готова. Внимание! Вас атакует вражеский пилот. Отлично! Все эвакуированы, и Макаллан добыл данные. А теперь бегом за пилотами АМС, пока они не ушли. Все еще интересуешься, почему Макаллан нами командует, Сара? Да он только что добыл больше данных, чем мы за год. Похоже, у нас появился шанс прищучить АМС.
Наша задача уничтожить врагов, препятствующих поиску. На месте. Пилоты приготовятся к высадке. Капитан, мы прочесали районы 10 и... Ложись! Районы 10 и 11 прочесаны. Никаких следов Бахера и Маккаллана. Они где-то здесь. Ищите! Отделение! Ну, пошли! Проверяю окно, второй этаж. Пилот, это бойное истребление. Нейтрализуй все вражеские силы. Будет готов через 60 секунд. Включаю ручное управление. Внимание! Вас атакует вражеский пилот. Система жизнеобеспечения на пределе. Вице-адмирал Грейвс. Страж совершит прыжок и зависнет прямо над городом. Через 3-1 прыжок! Рекомендую уйти из-под огня. Сержант Блинт, страж прибыл. Теперь у вас есть поддержка с воздухом. Так точно! Пилоты, не лезь под огонь своих! Атакуйте сразу! Вас атакуют вражеские пилоты. Вас атакуют союзные танки. Реактор силы на тело.
возвращением, пилот. Сиденье уже подогрето для вас. Внимание, вас атакует вражеский пилот. В укрытие. Реактор нестабилен. Катапульта. Существенные внутренние повреждения, сэр. Нужен ремонт. Курс на систему фрипорта. Там мы отремонтируем корабль. Бокалы нам займемся позже.